считаю, что для Дини это очень большое достижение выступать в финале четырех после тех лет, которые у нее были. В первую очередь, это на самом деле это большое достижение для этой команды. И именно проигрыш вот здесь, на такое выступление, должно быть в первую очередь импульсом для старта к новым победам, к новым достижениям. Должен быть очень хороший опыт для этой команды.